Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру «Дожить до рассвета». Нет! Вот так произошло, ребята. Совсем мало остается выживших. Слушай, ключа от фуникулера нет. Джош, его забрал Джош. Его нет, мы опоздали. Шш, тихо. Может, он забрал Джоша в шахту? Стой, не двигайся. И этого чувака мы потеряли, который мог, я в принципе, всех спасти. Прямо из логова этой твари, а потом мы свалим отсюда. Есть, есть, давай, давай, пошли. Беги! Теперь найдем путь в логово этой твари. Итог. 1 час до рассвета всего остается. Док что-то совсем плохо выглядит. А не заболел ли он такой же болезнью, как эти чуваки? Не знаю, был ли тебе хоть какой-то толк от этих сеансов. Ты меня не слушаешь, и все как-то уже очень тупо. У него и глаза помутнели даже. Ну, я пойду, Джош. Так, а Джош, получается, жив, да? Есть вещи пострашнее того, что может породить больное воображение такого избалованного малолетнего засранца. Тебя окружали люди, которым ты был дорог. Они хотели помочь. Но всякий раз ты их упорно отталкивал. И теперь ты совсем один. Хотя, похоже, один ты пробудешь недолго. Ты будешь один недолго. Дыши глубже, Джошуа. Дыши глубже. И это еще что такое? Ханна, Джош, Бет, так это голоса ему слышатся, похоже. Нет, нет, не надо. Только не это. Уйдите! Уйдите! Уйдите от меня! Нет, вы мертвы! Извини. Вас нет. Заткнитесь! Нет, вас нет! Ты нами манипулировал! Ты просто трус! Мне это нравится! Мы хорошо проведем время! Я не буду вас слушать! Что ты чувствуешь? Не приказывать! Я больше не буду вас слушать! Время Джоша истекло! Ладно, ладно. Я верю вам. Я верю вам. Шахты. 6:10. У него крышняк съехал. Джош! Нет, нет, нет. Да ну хорош, вы чё? Мы остались одни. Нет, нет. Нет, 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 только не это. Джош. Совсем одни. А, их двое, это но Ханна. Теперь ты с нами. И кто еще? Еще, еще Ханна. Уйдите. Оставьте меня в покое! Сгиньте! Почему ты не нашел нас, Джош? А, это Бет. Почему оставил умирать? Хотел вашу смерть. Клянусь. Вот это его колбасит. Галюны начались. Ха-ха. Вырубил. А что за прикол? Что это такое лезет? Фу, не надо, говорит. Они оттуда вылезли. Я не буду вас слушать. Из кишков. Ты этого хочешь? Нет.
Нет! Нет! Вообще. Зачем вы это делаете? Убирайтесь! Оставьте меня в покое! Почему ты не спас нас, Джош? Нас нет! Ты хотел нашей смерти! Так, а что ему делать-то? Куда ему скрыться теперь? От всего этого. Вот эта морда вылезла. Так, давай, Джош, приходи в себя, надо свалить. Сэм, шахты. Это, кстати, раньше, 6.10. Ой, там было 6.10, сейчас 6.0. Я заметил кое-что странное. Что? У Вендиго был шрам. И? Я такой видел. В каком смысле? Я видел старые фотографии. Там был парень с таким же шрамом. Он превращался в Вендиго. Гонишь? Один из шахтеров, попавших под обвал в 50-х. То есть этой твари уже лет 80. Минимум. Да, прыткий старикан. Они там всех убили. Кучу народу. Они? То есть, там есть еще? О, да. Сколько? Много. Кажется, оно рядом. Логово. Ты уверена? Не уверена. Просто стало как... Так, мы за кого? Мы за Сэм управляем. Управляем за Сэм. Я не хочу туда лезть. Другого выхода нет. А вот, кстати, колесо вот это, где-то оно было в тотеме, подсказка там. Что кто-то лезет Майк. На колесо на это. Вот еще что-то лежит. Это то, о чем я думаю. Черт. Похоже на могилу. Часы, Бет. А правда, кто ее выкопал? Кто-то же додумался до этого. Джош, наверное, не мог. Как бы, ну он не такой дурачок, в принципе. Ну вот сейчас крышняк, конечно, съехал у него. Так, ладно, ну придется вниз. А еще вон что-то лежит. Это похоже тотем. Давай-ка глянем. Ну-ка, что еще, какая подсказка будет? Дом сгорел. И там на Майкла похож очень чувак. Тотем удачи. То есть это может быть спасемся. Давай залезаем. Я пошла. Давай, можно. Уверен? Конечно. Не говори, Гоп. Пальцы онемели. Холодная водичка. Ну ничего страшного, сейчас освежитесь, все нормально. Глубже не будет. Я этого не говорил. Я сказала, можно заходить. Ну типа акул нет или все такое. Акулы? Класс. Спасибо. Акулы. Так, а вот здесь что светится? Это мы куда вылезем? Или я отсюда мог спуститься там обойти? Ну-ка давай. А, нет, мы здесь не были. Черт! Это почерк Ханны. Первый день. Моя сестренка умерла. Разбилась. Я видела, как ее лицо серело. У меня сломана нога. Здесь ничего нет, только я и тело Бет. Кто-то непременно сюда придет и очень скоро. День пятый. Я еще никогда так не хотела есть. Желудок как будто скручивается внутри. Я взяла свитер Бет. Так гораздо теплее. Она все еще мне помогает. Своим свитером. Так, день 30. Прости. Ты прости меня, Бет. У меня нет выбора. Только так я смогу выжить. Если кто-то это найдет, простите. Мне пришлось.
Выбора не было. О чем это? Господи. День 33. Руки грязные, ногти выпали. Их вытолкнуло, мне больно. Но холод ушел, боли нет. Я становлюсь сильнее. Далее неразборчиво. Все, она там уже писала, непонятно как. То есть она стала вот этим зомбарем, где-то, может, сейчас лазит. О боже, я поняла. Это Ханна. Ханна выкопала Бет. Это была Ханна. Нет, это... Майкл, это бред какой-то. Именно так оно и было. Если так, то все сходится. Бет разбилась насмерть. И что? К чему это ты? И Ханна ее похоронила. Кошмар. С ума сойти. Ханна провела здесь... Не хочу это слышать. Она тут умирала. Она была в отчаянии. Хватит! Надо найти Джоша. Скорее. Конечно, скорее, пока его не сожрали. Так, куда идем? Ну-ка здесь проверь, может, куда там можно пройти. Похоже, нет. Ну, значит, туда, к колесу надо спускаться. Давай, по холодной водичке идем дальше. Вот тебе такая история, представляешь? Это, оказывается, Ханна все сделала, выкопала Бет. Становится глубже. Да. Страшно. Так, так, так. Эй, уже помельче. Еще немного. Ради бога, не каркай. Давай, давай. Все уже. Так, сюда не пройти. Вон там на полу что-то лежит. А, не-не-не, подожди, это не на полу лежит. Это просто обратно залезть и обратно. Не надо сюда вниз. Ну-ка, залезьте. Все, надо в дверь просто идти. Ну, опа, очки. Да, откуда столько голов? Это все друзья их. Господи. Джесс. Крис. Мэтт, короче, все там. Это кто? Это, похоже, Ханна вот это и есть. Она их подвесила. О боже. Нет! Мне тошнит. Стой, 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 стой. Я что-то видел. Ханна, выйди, поздоровайся. А, это Джош. Нет, 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 я не буду. Джош! Я не буду вас слушать. Надо быстрее спасти чувака. Ой, Джош. Вы не можете мне приказывать. Джош? Мне приказывать, не надо больше мне приказывать. Вот его плющит. Сейчас мы... Ладно, надо сказать, что мы настоящие. Я верю вам. Я вам верю. Что с ним, Майк? Похоже на глюки. Джош! Вот, помогло. Джош! Привет! Только не бей меня, не надо. Только не бей. Ты сам с собой говорил. Крыша поехала. Мы думали, не найдем тебя. Джош, Ханна провела здесь недели, месяцы. Она выкопала Бет. Майк. Давайте уже свалим отсюда. Хорошо. Джош, ключ от фуникулера у тебя? Да.
Вот. Хорошо. Видишь вот это? Через этот лаз можно выбраться. Нет, Джош туда не залезет. Окей, подсади меня, я выберусь и пойду к остальным. Да, да, хорошо. Ты выведи Джоша тем же путем, встретимся у дома. Будь осторожна. Вы тоже. Так, она одна поперлась, да, получается? Джош, шахты. Ладно, пошли, психни. 6:14. Ну хотя бы Джош маленько в себя пришел. Зачем так сильно бить? Да надо было так, братан, надо было. Прости, братан, я думал, это ты убил Джесс. Был неправ. Да нормально накатил ему в тот раз. Так, ну-ка давай-ка здесь глянем. Все друзья здесь. Ну-ка, давай в воду. Так, а дальше-то куда идти? Вот, Джош сейчас взбодрится реально. А то что-то совсем он бледненький стал. Так, давай, наверное, с этим колесом что-то смогут они придумать. Ну, идем за Майклом просто. Тихо, тихо, что такое? Да, капец. Нет, уходи! Тебя нет! Здоровая, смотри, какая. Бабочка, это Ханна все-таки. Не, а Майк куда делся-то? А, он выжил, нормально все, смотри. Ладно, надо как-то спасать Джоша. Шесть тридцать шесть. Но это уже вообще ближе к рассвету уже. В 7 часов рассвет будет. Прыгнуть, лезть. Давай прыгнем, попробуем. Давай. Выступ. Давай за выступ. Все нормально, все получится. Давай. Мы дадим ей выжить. Обязательно залезай, все хорошо. Так, окей, куда идти? Налево, направо. Давай сюда. Так, давай, проходим дальше. Почему опять разделились? Получается, надо вместе лучше держаться. Ну и пошли бы все вместе все это делать. А так сейчас и Сэм одна осталась, и там у них непонятно, что там мужики разделились. Так, давай, тут водичка вообще холодная. Оп. Вот тебе, на, там еще холоднее, на улице. Там хоть в шахте было. Сейчас тебя Ханна встретит где-нибудь здесь. Но она вообще здоровая, эта Ханна.
Ее по бабочке даже узнали мы. Все, давай из воды пошустрее, а то сейчас замерзнешь. Ну, пошли. Когда она штаны успела поменять? Мне кажется, другие были у нее. Холодно. Еще по воде походила. Ну, реально, можно замерзнуть в такую погоду. Вот сюда надо идти. Ну, давай спрыгиваем. Только аккуратно, блин, куда ты? Как обычно все. А, там раз подвернул, а что-нибудь. Ногу еще как об... Ну, как всегда. Давай, похромало дальше. А это хижина, подожди-ка. Это здесь... Здесь эти твари тоже лазают. Очень опасно. Давай, давай, бежим аккуратно. Пригибайся. Башкой чуть не ударилась. Дальше, дальше, что делать? Давай, Сэм окажется самое живучее. Баллон, осторожно. Дверь, быстрее открывай. Эй, эй, откройте! Ребята, вы меня слышите? А какие ребята, кто там? Пустите! Сэм! Ох, ё-моё. Майк, господи, что с тобой? Если не уйдем отсюда, будет хуже. Давай. Ну хотя бы, ладно, встретились. Ну-ка, камень, камень. Есть. А что за дом? Мы же здесь были. Это и есть тот дом, да, в котором мы всегда были. Или нет? Майк, куда делся Джош? Он унес его. Господи, жуткая смерть. Плохо. Не надо, свет. И что будем делать? Надо проверить подвал. Может, там кто остался? Да кто там может остаться? Мы уже всех порубали. Джоша мы, кстати, еще можем спасти, мне кажется. Ну не может же быть, чтобы все, ему хана. Пошли в подвал. Ладно, давай проверим. О, и как, по-твоему, мы выберемся? Стараюсь об этом не думать. Надо до рассвета дождаться всего лишь. Там нет, будет проще. Бежим! В смысле, кто? Кто это? Скорее, Эмили! Бежать, 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 бежать быстрей. А что, надо было дверь закрыть или что там было второе? Надо сваливать. Ладно, хоть ребят нашли. Так, эти все, эти живы, нормально все. Давай. Че стоят? А, вот она, тварюга, тварюга прилетела. Стой. Стой, не двигайся. Стой и не двигайся. Тихо, тихо, стоим. Ханна. Эти лезут, сородичи. Они такие шустрые, быстрые, капец. Тихо, тихо. А чё это решили драться между собой? И сильные очень. Газ. Ой, сейчас пойдет, ребята. Как там в тотеме в этом было? Ну, там был тотем удачи, мы должны это сделать. Мы их должны поджечь. Надо будет свет включить. Тихонечко, надо выйти туда.
до выключателя и потом свалить из дома. Все поняли, да, 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 надо выходить. Давай. Только бы твари не заметили. Обнимаются. Капец, они тоже бьются, друг друга колбасят. Ой, а можно было так, что ли, да? Как? Тихо, стою, не двигаюсь, все, тихо. В смысле впалило? Я ничего не делал. Быстрей. Надо разбить лампочку. Пусть даже так, да, потом просто искра будет и все. Тихо, отпусти ее. Все, что ли? Мы потеряли Сэм, все. Я же не двигался, нормально стоял. Так, минус Сэм. Ну давай, все, пока, ребята. Полыхнуло. Ну там все как было, в тотеме. А девчонки-то успели выскочить, нет? Вот это Эмили, по-моему, лежит здесь. Ну-ка, давай. Здание полностью уничтожено. Прием. Я что-то вижу. Да, есть выжившие. Есть выжившие. Приземляемся. Выжило 3 человека всего. Вот такая вот игруля, ребята. Не знаю, как бы там пошло все, не будь каких-то моментов, в принципе, можно было спасти больше народу. Ну, потому что иногда бывает, кнопочку не так нажмешь, это не так сделаешь. В итоге, вот, ну, все привело к тому, что многие просто тупо разбились, погибли, и вот так. Такая вот игрулька, сейчас нам все это показали. Джессика, как было с Джессикой? Джессика самая первая, по-моему, была. Все. Вот сейчас это Сэм под утро. А чуть-чуть она там 8 минут не дожила. Я застыла. Мне было страшно. И тот монстр его разорвал. На моих глазах. Он навел пистолет на меня. Вот сюда, прямо в лицо, и мог выстрелить. Он чуть не убил меня, козел. Мы встречались, я думала, что хорошо его знаю, а он оказался полным моральным уродом. Он сошел с ума. Такое творил. И я думал, это он напал на Джесс. Я слышала Джессику, не понимаю, как она туда попала, но я знаю, это была она. А Мэтт, вы его нашли? Нет, пока нет. Ну, можете и не искать. Вам все равно, что с ним? Он бросил меня умирать. Говорил, он мой парень, а потом, можно сказать, убил меня. Это нормально? Почти успел. Она была совсем рядом. Если бы я был чуть быстрее, я бы ее спас. Мог ее спасти. Из-за меня Джесс погибла. Джош помог нам, а потом... Зараза. Эта тварь, этот Виндиго, он вышел из темноты, и Джош... Не знаю. Я услышал крик и убежал. Зачем обоим-то умирать, а? Всем спасибо за просмотр, друзья. Поиграли в крутейшую игру,
Мне очень понравилось. Всем удачи. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А мы скоро начнем прохождение следующих игр. Всем пока. Повторяю. Это? О, черт. Назад! Нет, нет! Не подходи!